Вспышка смертельно опасной лихорадки Марбург в Руанде идет на спад. Об этом объявили министр здравоохранения страны и генеральный директор ВОЗ. Первые случаи заболевания зарегистрировали 27 сентября в Кигале, столице Руанды. В целом выявили 58 подтвержденных случаев. Болезнь унесла 13 жизней. Таким образом, летальность превысила 22%. Большинство зараженных – медики, которые лечили больных пациентов. Минздрав Руанды распорядился отслеживать контакты инфицированных, чтобы предотвратить распространение вируса. Мы видим, что количество заражений сократилось на 92%. Между тем, глава ВОЗ предупреждает, что считать болезнь побежденной рано. Это один из самых опасных вирусов в мире, и необходимо проявлять постоянную бдительность. Усиленный эпиднадзор, отслеживание контактов, а также меры по профилактике и борьбе с инфекцией должны продолжаться в широких масштабах до тех пор, пока не будет объявлено о прекращении вспышки. Глава ВОЗ также посоветовал властям Руанды не вводить ограничения на поездки или торговлю, поскольку это может еще больше ослабить экономику страны. Вирус Марбург относится к семейству филовирусов и почти идентичен вирусу Эбола. Переносчики марбургского вируса – фруктовоядные летучие мыши, известные как египетские летучие собаки. Вирус передается и от человека человеку. Для лечения применяется патогенетическая и симптоматическая терапия. В этом году вакцину от вируса Марбург разработали в России.